Как начать? Сейчас располагается на корейском бирже. Так, хорошо, я готова. Микрофончик. А я в полный рост или как? Добрый день, дорогие друзья! С вами Анна СМИ. И сегодня мы приехали в поселок Комарово Ленинградской области, чтобы покататься на велосипедах и рассказать вам об истории этого поселка, жизни в прошлом и настоящем. Добро пожаловать! Поселок Комарово имеет большую историю. Вот эти территории стали осваиваться где-то в 70-е годы 19 века. И раньше этот поселок назывался по-фински, назывался он Келамяки. Сюда приезжали отдыхать богатые люди, банкиры, финансисты, интеллигенция, врачи, артисты. В поселке Келамяки уже в 1901 году была открыта железнодорожная платформа. Территории эти всегда принадлежали Финляндии. Но в результате после войны 1940 года эти земли отошли Советскому Союзу. В 1948 году поселок Келамяки переименовали в поселок Комарово. Комаров – это известный ученый, ботаник. В то время он возглавлял Академию наук. В 50-е годы 20 века здесь отдыхали известные ученые, художники, писатели, поэты. Ну, приведем несколько имен. В частности, например, композитор Дмитрий Шостакович, поэтесса Анна Ахматова, затем Федор Абрамов, Иосиф Бродский. Также здесь отдыхали ученые-физики Иоффе. То есть этот поселок Комарово, он был очень популярен, и дачный отдых здесь процветал. Отдыхали здесь и простые люди. Очень много было людей, которые приезжают и до сих пор приезжают, чтобы отдохнуть на Щучьем озере, а зимой покататься на лыжах. А сейчас я вам покажу, как я обрабатываюсь от клещей. Смотрите. Вот. Смотрите дальше. И теперь клещи вам не страшны. Для того, чтобы сохранить эту уникальную природу, животный и растительный мир, в 2011 году эта территория была признана заказником регионального значения. Территория насчитывает более 1000 гектаров. Длина Щучьего озера насчитывает 1 километр. Ширина 600 метров. Действительно, здесь очень красивая природа, очень хорошая атмосфера. Здесь тихо, спокойно. Любители поплавать могут поплавать. Любители пособирать чернику, грибы тоже здесь с удовольствием проведут время. Я всем советую посетить этот уникальный заказник озера Щучье, который находится совсем недалеко от города Санкт-Петербурга.